Приветствую всех, уважаемые гости и зрители моего канала в игре Starpoint Gemini Warlords. Что ж я вам могу рассказать? Заметил я одну очень интересную вещь. Сейчас с флотом объединяюсь. Наконец-то я достроил, полетал, пока я пособирал, в общем, артефакты. Ничего особенного такого там не сделал. Так, а ну-ка. Так, а ну-ка. Ага, еще одну очку есть. Ну, Алинкари. Я же вот не знаю, что. Прокачивать. Плазменная пушка. Да, управляющий. Меньше продолжительность исследования. Вот у меня денег нет на исследования. Так. Новые возможности диалога. Дипломатия. Пам-пам-пам-пам-пам. Даже не знаю, что и прокачать. Действовать тактично. Брону с взрывными минами. Каппер. Грабежи. Вот я этим тут не занимаюсь. Короче, фиг знает, что качать. Ладно, так, стоп. Что я хотел-то основное посмотреть? А, вот, показать как раз вам. Максимальный уровень я достиг вот этого. Максимальный уровень у него вот здесь, вот как видите. И вот здесь вот я постепенно качаю. Толк от этого, правда, немного. Но все ж таки есть. Прокачать. Вот это вот мощная штука. Но 45 уровень мне пока не дан. Так, что, объединились с флотом или нет там? Так, что я хотел? Я хотел вот сюда вот лететь. Давайте попробуем долететь. Надеюсь, все получится. Корабль, конечно, сейчас не развернется. Это меня немножко волнует. А, что я еще хотел основной, друзья мои, показать? Обратите внимание. Помните, у нас тут был кто? Фрегат, линкор и дредноут. Они, друзья, все уже практически на линкорах. То есть, вот эти парни, они развиваются вместе с нами. То есть, они повышают свой уровень, и у них от уровня становится корабль покруче. Это очень-очень круто. Я смогу еще дополнительно возможность этого дреда иметь. Это я бы не против. Но, правда, прокачиваются они как-то хреновенько, их раньше убивают. Но на линкорах... Ну, линкор это уже, знаете, не крейсер. У меня флот, видите, сам... Более-менее такой приличненький. Так, а вот это что? Так, здесь надо заменить. Корабль, хранилище, оборудование. Это вот я заменяю на вот это. Конечно, хорошо целостность корпуса. Но не настолько, чтобы полностью. Надеюсь, я успею сейчас долететь до этой зоны. Ага, он пока еще не повернул. Я вот надеюсь успеть, друзья. Реально надеюсь. Захватить эту зону, потом вот эти вот все зоны поотхватывать нафиг. И уже сверху нам захватить и объявить полноценную войну этому зелененькому. И как видите, он разросся здесь. Что-то как-то многовато. Слишком ему жирно. Я здесь как бедная лошадочка. Так, не повернул корабль. Пока там бороздит простор, отлично. Если два флота придут, ну, одолеть, возможно, я смогу. Возможно. О, не, я успею, отлично. Это хорошо. Так, сразу на щиты ставим. Будем на себя внимание отвлекать. Так, оборону... О, точно, оборонное поле надо убрать нафиг. В общем-то, оборонное поле не покупайте, толку от него, от козла молока. Выдоить можно, но попить не получится нормально. Отличненько. Вот это там и шарахайся. Я не против. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья.
Уж таки так просто это все не получится, да? Хит, зараза. Так просто мне это не выйдет, да? Ну ладно. Жаль, жаль. Попробуем, попробуем сейчас. Привет, друган, как дела? Очень рад тебя видеть, скажу тебе. Вот так давай. И будем тебя тут немножечко попинывать. О, давай еще так тебя заряжу, не получится. А, тут на скорости точно же надо лететь. Отлично, минус один. И что-то тут многовато кораблей, мне кажется. Вот мне что-то так кажется. Очень много кораблей, походу. Так, транс... Да иди ты лесом! Так, ладно. Дреды, дреды. Меня интересуют дреды. Пока будем транспортников этих мучить. Пока их посрубаем, ребятам поможем. Вот чем-то. Так, все, он готов. Разворот на следующего. Это даже не защитные войска, это дополнительно. Вот про что я говорил? Ага, вижу. Вижу, вижу няшку-вкусняшку. Плохо дела. Плохо. Дела плохи, но справимся. Так, это сразу сюда. Читы немного регенить не надо. Все, он готов. Так, ну это мелкие корабли. Так, не столь важно. Так, мне большие корабли. Большие нужны. Так, ну вроде вытягиваем. Очень много непоняток. О, здравствуй, друг. Здравствуй, здравствуй. Как дела у тебя? Как насчет такого сюрприза? Вот такого. Все, добили. Вытягиваем, вытягиваем. Там еще много кораблей, да? Вот так тебе. Да уж. Проблемка. Давай, гаси его. Что ж ты такой упертый-то? Так, все, загасили. Так, там у нас кто? Вот еще дреды вижу. Вот еще вижу дредов. Так, транспортеры. Дреды. Так, ладно, я дредами тогда, ребят, развлекаюсь. Я тут протанкую какое-то время. Какое-то время танкану. И так долго, что сильно. Так, мне уже начали боковину сносить полностью. Надо задом разворачиваться. Разбавляем, ремкаемся. Так, отлично, готов. Многовато их, что-то я смотрю.
Так, что-то здесь не так пошло. И еще. О, как больно. Ага. Транспортник здесь стоит. Ну, авианосец. Так, меня начинает хорошо пробивать. Надо бы немножко отступить. Было бы совсем неплохо. Так, какие цели у меня здесь ближайшие? Так, умри. А что, все что ли? А, слушайте, вроде все. Так, какие потери? Блин, опять полфлота нет. Да японский ты бог. Ну ладно. Да, я понял. Так, судостроение. Добавить. Добавить. Жесть. Вот так, друзья, здесь. Добавить, 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 добавить. Да, суровенько. В общем-то, видите, сколько флотов я встретил. Не один нифига флот. Этот флот подоспел. А, так, судя по всему, этот флот-то как раз и пришел на помощь. То есть его надо вырубать вообще отдельно, желательно. Ясно. Интересные изменения. Очень любопытные изменения, я вам скажу. Так, вот вообще кто-то с вражеских остался кораблей? Три дреда, у меня два крейсера осталось. Нормально. Поглощаем. Как ремонт. Ну, щиты пошли на восстановление. Нормально, живем. Вот это вот надо сейчас прокануть, потом вот это, да? Так, щит, при. Ой, дальность-то какая маленькая. Торпед-то у них, я вам скажу, нехилые. Да нет, выдержал. Нормально. Как ни странно. Так, почти сшибили всю оборону. Генератор щита на минус. Эту фигню тоже надо на минус пускать. О, привет, малыш. Видите, дальность орудия у меня уже намного выше. Зона под моим контролем. Это, конечно, хорошо. Да, жесть. Попинали меня изрядно. Так. Добыча материалов из конструкции. Ой-ой-ой. Угу. В общем-то все понятно. Оставляю пока флот здесь. Хотя здесь его не надо оставлять. Так, ну что я могу сказать? В общем-то еще одну базу взяли. Надо, короче, отлавливать сначала их флот, которые здесь летают, а потом уже идти их пинать.
Больше я не вижу как-то тут вариантов, если честно. Строение ничего, мне еще кого-то урубил. Мило, мило. Видите, на линкорах они теперь гоняют, ребята. Но, к сожалению, они пока еще не так сильно развиты, как хотелось бы. Увы. Так, ладно, это пусть пока все строится. Я тогда от флота отсоединяюсь. И лечу дальше по своим, так сказать, делам. Так, 42 уровень. Интересно, они до титанов могут развиться или нет? Было бы очень неплохо. Но чувствую, развитие мне надо будет им давать вот на захвате таких легких территорий. Пока еще не сильно развились, так что время у меня есть. Я пока летаю в это время, друзья, собираю вот эти вот аномалии. Довольно-таки, я вам скажу, неплохо. Пробежаться, так сказать, по ним. Реально, вполне хорошо. А где у меня тут еще остались эти аномалии, дурак? Ага, так они виднее, да? Ну, вот как-то так, друзья. Ладненько. В следующей части будем пробовать захватить соседнюю территорию. Скорее всего, я попробую начать с флота. Стоп. А у нас тут есть... Это не очень-то мне нужна. Это у нас что дает? Минус 2% судостроительная станция. Ну, оборонка здесь так себе, что с флотом. Наверное, короче, посмотрим, что буду захватывать. Скорее всего, вот эту, ну да, эту территорию отхвачу. Это ж моя территория бывшая. Ну, бывшая их, но стала моей. Надо вот этот флот бы подпинать, а вот с ним будет весело чувствовать. Что ж, друзья, решил я тут захватить некоторые территории. Территории это у нас вот здесь вот. А почему решил... Ох... Будет весело. Тянет, улетим. В общем-то, сейчас я отлечу подальше и поближе вот к этой штучке. Есть одна интересная вещь, которая мне понравилась довольно-таки. С ней надо будет пободаться. И с тем флотом мне придется встретиться. Ох ты ж, блин. Это будет жаркий бой. Отстой. Такс. Попробуем сейчас быстро это все уконтрапупить. И да, конечно, кто бы сомневался. Мне сейчас с этим флотом воевать. Ёшкин ты, матрёшкин. Такс, это уже не весело ни чуточки. При. Front shield is at 50%. При. Так, дредноут, прекрасно. Потом дополнительные силы приперлись. Нежданно, негаданно. Ладно, попробую с ними соло посражаться. Выбор как-то я много не вижу. Идея глупая, да? Хе-хе. Кажется, мне сейчас тут накостыляют. Или нет? Ну, вообще, кто-нибудь объяснит, что здесь сейчас происходит? Так, эти воюют с этим флотом. Надо им помогать в любом случае. Этих пока отстанем. Ё-моё, так и знал, что ловушка будет. Shield down.
Да. Сейчас, друган, держись. Я иду. Я иду. Ну, давай так по нему. Почему бы и нет? Так, надо по одному вычищать в любом случае. Так, все, вычистили. Да я знаю. Ты мне-то рассказываешь это. Так, там кто? Да, я знаю, что он... О! Так, нет, мне не интересен друг. Ты вообще бесполезная деталь. Тебя убить довольно просто. Надеюсь, у меня не сильно много с флота погибло. Надейся, да? Давай, гасим его, парни, гасим. Так, пошли на следующего. Ой, ё-моё, судостроение. Сколько там потерь у меня? О, ну ни одного дреда зато не потерял. Крейсеров потерял достаточное количество. Вот, сразу делаем настройку. Ну, два крейсера еще потянет. Такой засады я что-то как-то, блин, не ожидал. А, я ж забыл, склерозника с меня. Там же флот еще был. Надо сначала флот вырезать, а потом идти нападать. Ё-моё. Все. Так, надо это не забывать ни в коем случае. А вот здесь флот-то покруче, да? Ой-ё, копейки. Ладно, хорошо, повышаем сразу. Что у нас из полезного здесь есть? И, о! Хотим сразу тогда флот атаковать. В общем, что я хотел показать. Друзья, у нас линкор, дредноут. И еще один, как видите, дредноут. В общем-то, 25 уровень, насколько я понял, это уже дред. Это очень хорошо. Я надеюсь, сейчас дойду до еще одного дреда и, по сути... Мощь моего флота вырастет в разы. Это было бы крайне неплохо. Римкаться мне надо. Щиты. На подхил. Ой, ты что так поставил? Щиты на подхил. Ага. Могу лететь. Не совсем. До конца восстановить я не успею их. Хотя, может, и успею. Не буду путать клавиши. Маленький нюансик. Ладно, полетели сразу атаковать главную цель. Там уже дальше посмотрим, какой флот еще придет. Скорее всего, большой. Ну ладно, справимся. Я думаю, справимся. Так. Мне по-хорошему потом сразу вот это вот прищучить. Но надо этот флот будет по-любому убивать. Как ни крути, тут никуда не денешься. Так. 50 секунд, да? Ну, нормально. Так, аванпост повышен, стражевой пуст, отлично. Давай сразу до максимума. Просто, если я начну с этими чудиками войну, я сразу пойду на эти территории. Просто моментом вот сразу сюда попрусь, без каких-либо разговоров. А здесь, да-да, повоевать еще, друзья, с ними можно, но. Мне что-то надоело терять корабли в таких больших количествах. Это нифига не прикольно. А у них, мягко сказать, довольно хороший оборон. А все равно это надо захватывать. Минус 2 в
пациенты с удовлетворительной станции, еще знать, что это означает, вообще было прекрасно. И вот этот флот постоянно крутится вокруг нее. Здесь еще, кстати, флот вот этот вот. Он, я пытался свою станцию отвоевать, но он постоянно, вот как я только подлетаю, он сразу к ней летит. Надоел. Горин. Надо как-то там аккуратно его выцепливать. То есть я его пытался отловить на краю сектора. Нифига не получается. Надо флот разделить на две части и резко на него напасть. То есть одна часть, чтобы на него напала, по автомату с ним сражалась. Потом объединиться и напасть на общую базу. Я как-то другого варианта не вижу, хотя, может быть, и получится его там выцепить на краю сектора и люлей навешать. Это было бы самое оптимальное решение, конечно же, но посмотрим, что из этого получится. Вот, видите, сколько тут гостей может быть за раз. Ну, не так страшно. Они далеко, а мы ближе. Отлично. Так, это у меня перезарядилось. Это у меня сейчас дозарядится. Летим сразу в гущу событий. Всех к себе. Вот такой ударчик. Это у них здесь еще линкор был. Ну, это ракетные крейсера. Кто там? Мой задницу бьется опять. Ой, к ним подкрепление идет. Так, к ним идет подкрепление. Ясненько. Или чего тут? Не понял, но понравилось. Ага, уничтожить. Кто вообще такой? Ну ладно. Типа командир какой-то. Ага, вот получил новый уровень, получил новый уровень. Отлично. Так, на чем они там сейчас сидят? Ага, 25 уровень. Следующая его смерть, это будет дредноут, насколько я предполагаю. Это было бы хорошо. Титанов бы их довести, это вообще было бы шикарно. И вот жалко, я не могу с ними никак взаимодействовать. Пожалуй, это пока на данный момент самое обидное. Мы, кстати, никого не потеряли в этом бою. Ну, там я соло все счистил. И к тому же мы не натыкались на флот. Вот этот флот, правда, надо сейчас будет по отдельной идти его пинать. А больше никак. Повышается, повышается. Этот сектор вообще бесполезен по ресам, по всему остальному. Полетели. Попробуем сейчас выцепить флотик. И накостылять ему аккуратненько. Так, что с щитами? Щиты восстанавливаются. А, он не успеет восстановиться, так что порядок. Да, здесь захватим. С тюрьмой, я вот думаю. Сейчас тогда, если флот сольем, опять половину буду восстанавливать. Полетаю, еще артефакты пособираю. Очки навыков. Надо попробовать команды для абордажа взять получше и что-то с этими тюрьмами придумать. Я так полагаю, что в этих тюрьмах можно нанять себе хороший экипаж вот вида вот таких вот кораблей. Это мое предположение, как на самом деле, фиг его знает. Отлично. Не, ребят, мы с ними не воюем, у нас есть определенная цель. Это отдаленный флот вот этот. Это как-то будет поважнее. Ох, вот видите, про что я говорю? Он идет именно к станции. То есть он сразу горцует к станции, ни разу от нее не отойдет. Вот вообще. Я вот не могу поймать эти флота. Надо придумывать, как их ловить.
И менять будут здесь ждать жаркая битва, судя по всему, да? Да, бой будет не из легких. Так, все пропали. Слушайте, ну он отдаляется вроде бы. Может и прокатит. Хотя вряд ли. Ну, проверим. Ну, все равно. Видно, придется его вылавливать уже на защите станции. Как-то вариантов нет. И тысяч. 38 тысяч, да? Повышаем. Тоже это строится, да? Так. Где у нас тут нормальный обменный курс? Давай. Сейчас я тебя найду. Сейчас, друзья, извините, но... А газ меняет... Ага, во. И еще одну штучку. Запас держать надо. В любом случае. Он мне к тому же сейчас, чувствую, пригодится. Ладно, этого пока хватит. Я держу в пределах 20 тысяч стронций, органику 20, как правило, 40. И 60-70 тысяч этих панелек. Все. Вот они и поперлись. Щиты на максимуме, это на максимуме. Так, все ко мне. Отлично. Крейсер на минус. У меня щиты сейчас на минус уйдут вообще. Так что, вот так. Так, вот так сразу. И отступаем. Так, здесь уже можно притормозить. Так. Вроде все, держимся. Так, это у нас кто? Крейсер не интересен, крейсер не интересен. Здесь будет покрупнее идет. Я вот не вижу с кем, правда. Ну ладно. Так, ага, дредноут. Дредноут, дредноут, дредноут. Вот крупная дичка. Надо его пинать по любасу. Один готов. Еще один дредноут. Далеко и идет сюда. Плохи наши дела, да? Там еще один флот идет. Ага. Он уже пришел. Так, ладно. Сбиваем мелких. Пробуем так уж тогда поиграться. Так, а шанс-то у меня против этого есть, дреда? Потому что его отвлечь по любасу. Так, лады. Еще один дредноут. Так, отвлекаем пока их. Здорово. О, их немало. Ладно. Бай, малышка. Так, быстро гасим его. И он практически труп. Сейчас я могу трупом стать, правда. Так, все, готов. У нас кто вообще такой? Не важно. Уже никто. Грузовой. Интересен.
Фэншип. Нафиг. Фэншип по толку я как-то не вижу. А, ну вроде, кстати, смогли одолеть. Воу-воу-воу-воу-воу. Это что еще там? Да, сегодня я войду в историю. Я уже понял. Давай строить новые кораблики. Замен павших. Ну, кстати, упало не так-то и много кораблей. Добавить в очередь. МК-1 крейсер добавлю. И пока все. Пока хватит. Все отделали с легким испугом, я вам скажу. Реально. Крестовик, исследовательская станция. Что она мне даст? Я надеюсь, она мне даст скорость по производству, потому что, как видите, друзья, я смог восстановить свой флот, но между восстановлением флота и потерей прошло у меня реально времени 1,5 часа. То есть 1,5 часа он строился. Это слишком дофига. Надо эту станцию срочно захватывать. Я смотрю, они сами тут сейчас быстро разберут все. Ну да, без моей помощи, смотрите, как хорошо справляются ребятки. Давай быстрее, парни, тут что-то... Красного становится немножко больше, чем было. Все. Оле, 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 оле. Так, минус 2. Не знаю, что это означает. Очень интересно посмотреть. Может, это стоимость? А мне к стоимости это как и нафиг не надо. Да, походу это реально к стоимости. Процента. ХЗ, друзья, ХЗ. Так, истребители я пока не выпускал, толку от них нету. Есть истребители намного лучше, как вы многие знаете. Но они стоят довольно-таки тоже кисля. Так, все эти сектора я захватил. Здесь все мое. Эту станцию модернизировать не надо. Область блуждающий огонек. Какая милота. Так, их войной я пока не пойду. Надо возвращаться до базы. До базы, походу, пешком будет быстрее добраться. Да, поперся я, короче, до базы. Ну, на этом серию, пожалуй, буду, друзья, заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, опросы оставляйте под видео на ютубе. Там был черный металл. Ай-ой-ой-ой-ой-ой. Попробовать потом этот сектор захватить сразу недалеко от дома. А что, неплохая идея? Так и поступлю, почему и нет.